уверен? Угу. Что надо? Тебе нечего бояться, Эфенди. Я никому не выдам тебя. А, хоть это радует. Прошу прощения, если показался неучтивым. Я тоже ассасин. Я силен, быстр и пользуюсь успехом у женщин. Весьма неплохо. Побежим на перегонки. Я докажу, что я не хвастаюсь. Вон до туда. Ученик, этот пылкий юноша утверждает, что он ассасин. Покажите ему, что такое настоящее мастерство. Обогнав его, беги на перегонки. Ну, можно, наверное. Понеслась? Всем привет, друзья. Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Я же тебе говорил. Словами этого не будет. Доброго вам дня. Вперед! Ты видел? Насмехаются над всеми святынями. Класс! На которых зиждется наша жизнь. Будешь догонять, нет? А я думал, что в старости люди остепеняются. Агноме такси. Бамено кефисико, что мы... Знаете, ну ты и несешься. А, у тебя, я смотрю, тоже талант. Ерман, кто это? О, Элла. Знакомься, мой новый наставник. Я же говорил тебе, что я ассасин, дорогая, а ты мне не верила. Здравствуйте, Эфенди. Мы просто прогуливались, Элла, и обсуждали разные тактики, да? Нет, мы обсуждали начало твоих тренировок. Башня Галата, каждый день на рассвете. Ты понял? Да, да, наставник. Так, 350, пройденная точка, ага. Синхронка. Обманул свою жену. Вот. Ерман Рагар. Хоть бы янычары выклали вам глаза и поотрубали руки. Сеньора, что у вас тряслось? Да, эти мерзавцы. Они ворвались в мой дом и забрали все, что смогли вынести. Помогите! Ух ты, акробатка. Молодую женщину без всякой видимой причины донимают стражники. Защитите ее. Изи. Тебе не уйти! Кого ты хочешь смести? Только ваших храмов. Они вас волосы. Надо бежать. Здесь убивай нас, господи. Пора отсюда уходить. Я уже обязана вам жизнью, Эфенди. Но не поможете ли вы мне еще раз? Что такое? Эти мерзавцы сначала ворвались в мою лавку. Не иначе решили совсем пустить меня по миру. Видите? Акробатка. Пойдем, веди, веди. Они все еще здесь! А ну вон отсюда, вовье! Убирайтесь! Thank you.
Вы сделали очень доброе дело, Эфенди. Мне так жаль, что я ничего не могу вам предложить взамен. Вы ничего мне не должны. Но, возможно, вы захотите помогать ассасинам. Вы отлично лазаете. Нам нужны такие люди. О, спасибо за предложение. Честно. О, ассасинка. Классно. Ущерб есть? Явного вроде нет. Византийские тамплиеры берегут трофейную собственность. Захватывая районы, они ничего там не крушат. Они хотят прийти надолго. Кессинликле. Как я и обещал, если хочешь научиться сам делать бомбы, я покажу как. Не трогай! Неловкое движение и бабах! Дом взлетит на воздух! Ты серьезно? Как перепугался-то! Сейчас я все покажу. Изготовление бомб. Теперь ассасин контролирует имперскую северную базу. Юсуф немного успокоился. Узнайте больше о том, как изготовить бомбы, и прежде чем двигаться дальше. Мастер Пири, кажется, я знаком с вашими трудами. Мастер? Ты от Юсуфа Тазима, что ли? Он любит преувеличивать. Си, он сказал, что ты покажешь мне место, где была лавка Никола Поло. А, ты, значит, и есть тот флорентиец, о котором он мне плеш проел. Лотарио? Эцио. Мне на слух одно и то же. Так... Старая лавка Поло — это на западе от Айя София. Вот. Грация. Юсуф также сказал, что ты знаешь толк в производстве особых бомб. Ах уж этот Юсуф. Ну да, есть такое. Я служу в армии султана навигатором. Сейчас в отпуске, изучаю картографию. Будучи на службе, я стал настоящим поклонником артиллерии и всякой взрывчатки. Эти штуки очень помогают ассасинам. Так сказать, дают преимущество. У меня полно бомб. Но только для ассасинов. Летальные, тактические, диверсионные и для особых случаев. Здесь все продается. Если, конечно, ты знаешь, как ими пользоваться. Я готов научиться. Ну, так никто тебе не мешает? Только скажи. Отлично. То есть мы можем здесь, да, изготовить? Так, ух ты. Бонжорно, Нераба. Заходите. Ой, простите за беспорядок. Я так и не успела прибраться. Вы прибыли из Родоса, да? Си. Откуда вы знаете? Мы были на одном корабле. Эцу Аудиторе. София Сартор. Мы знакомы? Теперь да. Можно осмотреться? Прего. Мои лучшие книги там. Дальше. Знакомое лицо. Место, где раньше находилась лавка. Поло может содержать подсказки относительно местонахождения ключей Месиафа. Поищите, осмотрите эту область внимательно и поищите секреты. В этом районе редко встретишь итальянца. Ну-ка, София. София Сарто, настоящая леди, правда, знает несколько языков, пробовала в разных странах. Умное большинство своих сограждан не по годам мудра. Мы знаем, что она родилась в Константинополе где-то в 1476 году и жила там со своей семьей, вплоть до начала турецкой венецианской войны. Это был в 1499 году, очень неудачный год для венецианцев.
живущий в империи. Родители Софии отправили ее в Венецию. Но она там и не смогла забыть родной город. Так как там говорят, можно увезти девушку из этого города, но нельзя отобрать у нее этот город. Как-то так, да? Этот портрет... Могут целыми днями ее смотреть, его нарисовал Альберт Дюрер, известный немецкий живописец. Этот шедевр, он прямо светится светом и теплотой. Отец Софии предложил Дюреру смехотворную сумму за портрет дочери, но когда тот увидел модель, он и вовсе отказался от всякого гонорара. Говорил, что достаточно наградно ему станет честь нарисовать ее. Точно, только самые именитые художники могут позволить себе такое. У Софии был широкий круг интересов, но главное ее страстью была литература. И любовь эта стала возможна благодаря изобретению книгопечатания. В первую историю человечества книги стали дешевле грязи и доступны практически каждому. София полюбила это в книгах и всю жизнь положила на это, чтобы все остальные разделили с нее чувства. Почти все в венецианском квартале, да в Галате. Алтретанто. Из-за войны атаманов с Венецией многие верно уехали отсюда. Я жила здесь с родителями в детстве. В войну мы переехали, но я всегда знала, что вернусь. Так, чуть ее. Цель найдена. Это они? Нашли что-нибудь интересное? Мио Дио! Что это такое? Инкредибеле. И куда он ведет? Может, посмотрим? Кто вы, мессер? Самый интересный мужчина в вашей жизни. Ки презентозо. Апресто, София. Я скоро вернусь. Да. Прикольно. Ух ты. Вот дерьмо. Знаешь, сколько мы уже торчим в этой поганой цистерне? Лично я пару недель. Больше года. С того дня, как гроссмейстер нашел чертов ключ. Но он вообще понятия не имеет, что и как. Знает только, что это где-то в городе. Город-то большой? Ну да. Вот и я про то. А ну по местам, лентяи! Так, цистерна базилика. Через тайную дверь в магазине Софии попала в подземную цистерну, которую хозяйничает тамплиер. Внимательно смотрите цистерну, но будьте осторожны, оставайтесь незамеченным. Там пару ящиков есть, кстати. Мы скоро найдем ключи. Замечательно. Да. Эй, не спать! Тебе платят, чтобы ты стерег двери, а не дрых.
Да. Это там. Он не должен увидеть. Денежки, денежки. Мы собираем денежки. Нет, точнее порох. Так, нормально. Здесь что у нас? Че смотришь? Тац. Опа. Заморский наемник? Что-то уколол спину, да? Согласен. Так, можно открыть, отлично. Жаль, туда добраться бы. Прекрасная возможность была бы. Далеко слишком для персонажа. Прямо на самом свету стою. Никого шум не волнует, да?
Ха-ха-ха-ха, забавно. Ой, забавно как. Вот так вот, друзья, выполняется задание. Почему нельзя сделать по-другому? Причина проста. Первое. Там нету балок для того, чтобы позади них спуститься. Нету там этого всего. То есть ты спускаешься, ты должен их победить. А задание-то у тебя незаметно проникнуть. Но нету, конечно, конечно, можно дымовую кинуть сюда. Прям закидать все это, чтобы они не видели. Но тоже не факт. О, я добавился, нормально. А, пушек, смотрите, патронов нету совсем. Яд добавляется. Так что... продолжаем осмотр. Меня уже тошнит от этого места. 8 часов, тебе. Невероятно. У гроссмейстера есть свои планы. Знать бы даже какие. Это дымовая, вот дымовая завеса и осколочная бомба. Патронов совсем нету. Еще пока ножики. Петрос, проследи, чтобы для раскопок хватило факелов. Достало уже ползать тут, как кроту. Да придумали же они между собой веревку. Так, там я не смогу. Там уже никто не уходит. Этого тоже можно на всякий. Что там? Эти палец, смотри, видит. Да, еще более-менее. Сейчас привлечет внимание.
Хорошо. Они расследование не проводят. Эти чуваки. Ой, извините, подожди. Забыл. Метательные ножи. Так, он не заметил, что он упал, но и заметил, что я его обкрадываю. Очень интересно, как это работает. Здравствуй, друг. Долго варишься? Обыщи каждый угол. Стараются, непонятно. Мы не одни, здесь кто-то есть. Смотрите в оба и будьте начеку. Так, ты первый. Тихо.
Так, она на земле размещается. Главное, этого они не слышат. Что это было? Иди что-нибудь. А он тухнет. Нормально. В голову схватило. Нормально. Бомбами я не особо умею пользоваться. И... Так вышло. Хорошо, что отравление есть. Пострелять можно. Стрелять нет, громко. Они слышат. Здесь, в углу, я что-то видел. Зовите подкрепление. Нас напали. Он спрятался, что ли? Даже не видно в кустах его тело. Офигеть.
Несомненно. Денежки. А сколько здесь денег? 55. Надо мелочь собрать. Вот она истина. Это называется открытие двери. Ключ Масиафа. Красиво здесь. Смотрите, как, а? Диск какой-то. Один из пяти. Я остались незамеченными, хотя перебили всех. Странно, конечно. Эцио, ну что там? Вас долго не было. Это может заинтересовать вас. Мио Дио Кимеравилия. А вот и моя лавка. Взгляните на поля. Странные символы. А это название книг. Редких книг. Некоторым из них точно больше 1000 лет. Николо Поло спрятал эти книги здесь, в городе. На карте указано где. Хм, да, вам удалось меня заинтриговать. По моим данным, сперва надо найти эти три книги. В них могут быть подсказки, где искать остальные. Молто курьезо. Еще один ключ был найден под дворцом Топкапи, но мы успеваем найти остальные. Найден кем? Теми, кто не читает книг. София, вы можете разгадать карту, чтобы я мог найти эти книги? А вы мне их отдадите, когда закончите? Мы что-нибудь придумаем. Хитро-хитро. Ля какая. Хитруля. Главное, чтобы на нашей стороне было. Юсуф, салюты. Пири сказал мне, что я могу застать тебя здесь. Ну что, ты нашел, что искал? Думаю, да. Это один из пяти ключей Альтаира. Странный артефакт. Ух ты! Ничего подобного в жизни не видел. Тебе надо спрятать его в надежном месте. В нашем штабе, Си. Так я и сделаю.
Так что привело тебя сюда? Надо пообщаться с нашими союзниками. Загляну к ворам на базар, к наемникам у арсенала и цыганкам в квартал Константина. Слишком много дел на один день, Юсуф. Давай лучше я пообщаюсь с цыганками. Тем более, в прошлом мне это удавалось нечасто. Хорошо, давай так. Если ты торопишься, можешь воспользоваться нашей сетью тоннелей. Ну, там немного спертый воздух, но зато крысы размером не больше собаки. Удачи. Грация. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал, проставляйте колокольчик, ставьте лайки либо дизлайки, оставляйте комментарии, что думаете, и до новых встреч. Всем пока-пока.